Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Старшеклассники Владивостока трудятся на благо школы. Ремонтные бригады заработали в образовательных учреждениях. Желающих было очень много, вот, поэтому приходилось, кто быстрее оформит документы, того и принимали в бригаду. Кинологическая служба МВД России отмечает день рождения. В штате Приморской полиции 167 специалистов-кинологов. Мне бы хотелось поздравить своих коллег с праздником, пожелать им удачи, пожелать им больше раскрываемых дел. Ситуация с распространением и употреблением наркотиков в Приморье остается напряженной. Газета «Владивосток» провела круглый стол, где обсудили, как бороться с серьезной проблемой. О профилактике как лучшем способе лечения наркомании расскажу я, Светлана Садовая. Также в выпуске. Ремонт фуникулера завершается во Владивостоке. Прокатиться на горном трамвайчике можно будет уже в июле. Еще расскажем. Лето, пора отпусков и отдыха, а также квартирных краж. Специалисты расскажут, как уберечь имущество. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Министерство транспорта России в связи с подорожанием топлива предлагает увеличить субсидии авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих. По его словам, для того, чтобы обеспечить исключение ситуации по недостатку билетов и стабилизировать цены, рассматривается ряд механизмов поддержки. В том числе совместно с Министерством по Дальнему Востоку подготовлены предложения по расширению объема субсидирования перевозок. Эти предложения в ближайшее время представят на рассмотрение правительства. Напомню, сейчас перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет, для женщин свыше 55. Инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря. Прокатиться на горном трамвайчике скоро снова можно будет во Владивостоке. На фуникулёре завершаются ежегодные плановые ремонтные работы. Они начались 1 июня, длились месяц и завершатся в начале июля. Специалисты проверяют, как работают механизмы. При необходимости производят замену частей оборудования. Подробнее в нашем следующем сюжете. 400 тысяч пассажиров в год. Именно столько перевозит единственный в России пассажирский фуникулер во Владивостоке. В этом году ему исполнилось 56 лет. Для безопасности перевозок каждый год фуникулер останавливают на плановый ремонт. Специалисты проверяют, как работают механизмы, при необходимости производят замену частей оборудования. Всем известно, что лето – это у нас пора отпусков, развивается у нас туристическая составляющая. И как никому фуникулер востребованный, нужен и горожанам, и гостям города Владивостока. Работы ведут ускоренными темпами, но есть такие моменты технические, которые, скажем так, в ускоренном темпе вести нельзя. Это все-таки механизмы, машины, сами тяговые устройства, тормозные устройства, которые требуют тщательного просмотра, еще раз повторюсь, для того, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно. За состоянием фуникулера внимательно следят и специалисты администрации города, и сотрудники компании «Электрический транспорт». Ведь Владивостокский фуникулер не только перевозит пассажиров, но и является важным историческим объектом, куда ежедневно приходят сотни туристов и который давно стал визитной карточкой краевого центра. Фуникулер, как бы, это составная часть Владивостока и всей России. У нас пассажирский фуникулер, он один. Мы все знаем, что в Сочи фуникулер грузовой. Ранее в Советском Союзе еще фуникулер был в Грузии, в Тбилиси, насколько мне не изменяет память. Но сам фуникулер – это гордость наша. Ведь 20 мая 1955 года вышло постановление за номером 240, и 5 мая 1962 года фуникулер был построен и введен в строй. Он работает до сей поры. Администрация города знает об этом, ценит фуникулер.
Качество ремонта оценивают специалисты Ростехнадзора. Они проводят статические и динамические испытания механизмов и выносят свой вердикт на предмет их дальнейшей эксплуатации. В ближайшее время здесь начнутся кровельные работы, средства на которые выделила администрация города. Полностью завершить ремонтные работы на фуникулёре планируют в начале июля. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, новости на Восьмом. Вандалы изрисовали стены недавно окрашенного подземного перехода на Суханово. После ремонта объекта прошло всего 5 дней. 20 июня жители Владивостока, проходившие по подземному переходу возле городской думы, обратили внимание на исписанные граффити стены. Черные и желтые надписи здесь оставили вандалы, испортив косметический ремонт, выполненный специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Как уточнили в пресс-службе мэрии, рабочие будут вынуждены произвести повторную покраску стен подземного перехода. На ремонт администрация Владивостока будет вынуждена изыскивать дополнительные средства из городского бюджета. Глава Владивостока Виталий Веркиенко попросил откликнуться очевидцев этого акта вандализма. Прошу откликнуться свидетелей вандализма. За такое нужно наказать. Тратим муниципальный бюджет, так необходимый на тысячи других нужд города, а все коту под хвост. Буду также рад, если совесть проснется и виновные сами ночью закрасят свои каракули. В рембригадах школьники Владивостока трудятся на благо. Школы зарабатывают на карманные расходы. С началом лета стали работать не только пришкольные лагеря, но и так называемые ремонтные бригады. Более 1000 школьников устроились в родные альма-матер. В день ребята работают по 4 часа. По субботам и воскресеньям, как и положено, отдыхают. А в конце рабочих дней их ждет заслуженная зарплата. Как трудятся старшеклассники в техническом лицее, узнавал наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Снова в школу, только вместо учебников и тетрадей – инструменты труда, а школьную форму заменяет рабочие. Могли бы отдыхать на природе, а вместо этого – физический труд. Школьники Владивостока вновь уделили часть своих каникул заработку. Тут все как у взрослых. У каждого школьника уже есть трудовая книжка, счет в банке и собственный кабинет на сайте госуслуг. И чтобы трудоустройство было официальным, а главное – безопасным, на работу пришли в свои же школы. А там уж задание нашлось для каждого. Помощь, конечно, большая. Без ребячей помощи нам было бы трудно. Много работ они делают. Они кажутся незаметными, маленькие работы, но на самом деле это огромный труд и большая польза лицею. В техническом лицее дел для ребят много. Привести в порядок мебель в кабинетах, отремонтировать стенды, подготовить новые графики, позаботиться о пришкольной территории. Задания с виду простые, и все же школьникам дают советы преподаватели. Так работа превращается еще и в полезный урок. К слову, ребята начинают записываться в рембригады еще с весны. Так популярна сегодня среди школьников возможность заработать в летнее время. Даже был конкурс, желающих было очень много. Вот, поэтому приходилось, кто быстрее оформит документы, того и принимали в бригаду. Ребята с интересом работают каждый день, кроме субботы и воскресенья, с 9 утра до часу дня, то есть по 4 часа. Смена длится 2 недели. В июне здесь работают 20 школьников, еще одна смена будет в августе. За труд на благо лицея старшеклассники получат порядка 6000 рублей. Кто-то их потратит на развлечения и досуг, кто-то купит то, о чем давно мечтал. Но для каждого это неплохое подспорье. Некоторые из этих ребят уже второй год входят в рембригады, а кто-то впервые. Первый раз решил попробовать записаться. У нас, получается, проходит летняя отработка, она обязательна, но можно записаться в ремонтную бригаду, еще и получить заработок какой-никакой. Я в первый раз в ремонтной бригаде, а записаться решил, потому что, ну, во-первых, за это платят, а во-вторых, ну, хочется помочь лицею. Но я вообще хотел компьютер свой улучшить, а вот уже процессор купил, вот осталась видеокарта. На себя что-нибудь куплю себе, в семью. В общей сложности во Владивостоке за лето в рембригады будет устроено более 2000 старшеклассников 14-17 лет. И пока еще лето не балует настоящим теплом, у старшеклассников есть возможность провести время с пользой и для себя, и для своей школы. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, новости на Восьмом. Лето, пора отпусков, каникул, дачного отдыха и самое жаркое время для воров-домушников. По статистике, именно летом происходит наибольшее количество квартирных краж. По данным статистики, каждые 3-5 минут в России чей-то дом обворовывают. Что же делать, чтобы обезопасить себя от незваных гостей и последующих за этим проблем, расскажет Светлана Садовая. 22-я.
Три минуты, и сотрудники вневедомственной охраны на пороге квартиры, где сработала сигнализация. Летом квартирные кражи происходят каждую неделю. Самая частая причина – людская беспечность. Уезжая в отпуск, жильцы не принимают никаких мер безопасности. Между тем, опытным ворам нужна буквально минута, чтобы вынести из квартиры нажитое имущество. Сотрудники, прибывшие на квартиру, где сработала сигнализация и обнаружившие следы взлома, проникают в квартиру, соблюдая меры безопасности, и принимают меры к задержанию преступника. При этом может быть применена физическая сила по отношению к правонарушителю, если он оказывает сопротивление. А в исключительных случаях при сопротивлении с применением оружия и угрозе жизни сотрудников они применяют огнестрельное оружие. За сутки на пульт вневедомственной охраны поступает больше 20 тревожных обращений. Самое горячее время – утро и вечер. Чаще всего жители просто забывают выключить сигнализацию, но случаются и нападения. В любом случае диспетчер направляет на объект оперативную группу. В случае какой-то критической ситуации наша служба вневедомственной охраны взаимодействует с подразделением УВД и другими службами, также МЧС. Если нужно, другими оперативными службами во Владивостоке. Снизить количество квартирных краж во Владивостоке помогает профилактическая работа. Сотрудники вневедомственной охраны и ее проводят каждый год. В этом году даже вышли на улицу, чтобы раздавать листовки, где расписаны рекомендации, как обезопасить свое жилье от воров. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в данный момент такой акция «Защита квартиры лета». А что за акция? Рекомендации самые простые. Уезжайте в отпуск, попросите соседей присмотреть за квартирой и вынимать почту из ящика. Укрепите входную дверь, поставьте надежные замки. И внимательно следите за любыми изменениями с дверью и домофоном. Информацию о том, что вы на длительное время уезжаете, постараться меньшему кругу лиц сообщать. То есть, в таком ключе. Навести на квартиру преступников могут даже селфи, которые беспечные жители публикуют на отдыхе. Поэтому самым надежным способом охраны, предупреждают оперативники, по-прежнему остается собственная бдительность и сигнализация. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... 22 июня – День памяти и скорби. В годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Кинологи Приморья отмечают профессиональный праздник. Ситуация с наркоманией в Приморье остается напряженной. Круглый стол по профилактике заболевания провела газета «Владивосток». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракоцкая, и мы продолжаем. 22 июня – День памяти и скорби. В годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Кинологи Приморья отмечают профессиональный праздник. Ситуация с наркоманией в Приморье остается напряженной. Круглый стол по профилактике заболевания провела газета «Владивосток». 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Во Владивостоке по этому случаю организуют памятное шествие горожан со свечами. Школьники, студенты и общественность пройдут зажженными свечами по улице Корабельной набережной к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Сразу же после шествия собравшиеся примут участие в возложении цветов и венков к вечному огню и стене памяти. С 10 часов 10 минут до 11:15 в центре Владивостока по Корабельной набережной ограничат движение транспорта.
К слову, в годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной, защищали Москву и Ленинград, бились в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин. Сотни тысяч жителей Приморья трудились в тылу, обеспечивая армию и флот всем необходимым. Воины-тихоокеанцы участвовали в разгроме японской Квантунской армии на Дальнем Востоке. Свыше 30 тысяч из них не вернулись обратно, заплатив жизнью за свободу и независимость своей страны. 109 лет исполнилось со дня образования кинологических подразделений МВД России. С 21 июня 1909 года началась история служебного собаководства. В штате Приморской полиции 167 специалистов-кинологов. В кинологическом центре содержится 185 служебных собак и щенков по различным направлениям службы. О профессии кинолога и хвостатых напарниках расскажет Евгений Черемухин. Выезды на мероприятия, участие в патрулированиях, дежурство в составе групп задержания – все это лишь видимая часть работы этой службы. Весь нелегкий труд кинолога, как правило, остается за кадром. Это воспитание своей собаки с щенячьего возраста до полноценной боевой единицы, готовой к выполнению специальных задач. А для этого кинологу нужно быть асом не только в физиологии, но и психологии животных. К слову, именно Приморье не раз становилось местом встречи кинологов со всей страны. Центр кинологической службы Краевого управления МВД по своей оснащенности один из лучших среди кинологических служб МВД России. Кинологи прибывают сюда с Дальневосточного федерального округа и Приморского края. Помимо этого, в центре проводятся кинологические сборы, на которых проводятся дополнительные тренировки для поддержания рабочих качеств собак. В штате Приморской полиции 167 должностей специалистов-кинологов. Некоторые входят в состав патрульно-постовой службы или конвойных подразделений. Другие – изоляторов временного содержания, а также специальных кинологических подразделений в отделах полиции на территории всего Приморья. По окончанию сборов они проходят аттестацию и выходят на службу специалистами более высшей квалификации. В настоящее время в кинологическом центре УМВД России по Приморскому краю содержится 185 служебных собак и щенков по различным направлениям службы. Собаки обучены для работы по запаховому следу человека, поиску взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ. Примеров плодотворной работы кинологов со служебными собаками много. У каждого полицейского наберется достаточно историй об успешной деятельности своих подопечных. Мне бы хотелось поздравить своих коллег с праздником, пожелать им удачи, пожелать им больше раскрываемых дел, также пожелать им терпения. Служебные собаки продолжают занимать достойное место в деятельности МВД России. В настоящее время с помощью служебно-розыскных собак ежегодно в стране раскрывается около 20 тысяч преступлений. За верность долгу многие собаки имеют награды. Евгений Черемухин, новости на восьмом. Лучший способ избавления от наркомании как социального явления – профилактика. Этот вопрос обсудили в ходе круглого стола, который прошел в газете «Владивосток» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией. Как отмечают специалисты, за последние 5 лет количество наркоманов в Приморье увеличилось. Проблема в том, что психотропные вещества сегодня стали более доступными и более опасными. На круглом столе побывала моя коллега Светлана Садовая. Самое страшное, что предложить наркотик может человек, который не вызывает у вас никаких подозрений. Так считает заведующий кабинетом профилактики наркотических расстройств Александр Кубиков. Сегодня для распространения наркотиков среди молодежи действует четкая, хорошо отлаженная схема, констатируют специалисты. Они называют ее концепцией 3 ударов. Предложение попробовать наркотик – первый удар. Второй удар – это человек, он этот самый скажет, да это не наркотик, это что угодно. То есть, да повеселимся, похихикаем. Да ничего не будет, ничего страшного. Да вот все пробуют. Да? То есть вот такая вот психологическая обработка, ничего страшного, это наркотик, и все пробуют. Да? Третий удар – попробовать запрещенное вещество первый раз предлагают бесплатно. Лучший способ предупредить наркоманию сегодня, считают участники круглого стола, – профилактика. Несмотря на все меры, которые предпринимают в обществе, количество зависимых не только не снижается, но наоборот – растет. В таком состоянии любое прикосновение вызывает сильную боль. Это ломка. Все пациенты в этой палате находятся в тяжелом состоянии, они наркоманы. Главная задача врачей – привести их в чувство. Многие не понимают даже, где находятся. Он неадекватный, он вот идет туда, вот и все. Зачем, он сам не знает. Поэтому что он может сделать, я не знаю. Как долго тяжело? Вчера с окна его снимали.
прыгал по окнам. Так что за руку отвела, положила. Вот побегает еще немного, надоест, придется меры принимать. Каждый день в краевой наркологический диспансер попадает 3-4 человека. Кого-то привозят родственники, но многие здесь прямо с улицы. Их подбирает полиция. Дальше долгий и тяжелый процесс излечения. Но выдержать пытку ломкой и депрессией способны не все. Каждый второй вновь садится на иглу. На смену традиционным наркотикам, которые были в крае, пришли новые. Гораздо более наркогенные, я имею в виду амфетамины, и гораздо более дешевые. Снизить количество наркоманов можно только профилактическими общесоциальными мерами, считают участники круглого стола. Для детей это постоянная занятость, в том числе интеллектуальная, для взрослых – различные социальные акции, в которых необходимо наглядно показывать вред, наносимый наркотиками. Деградация личности от использования современных психотропных веществ наступает в считанные дни. Это все происходит путем закладок, то есть нету прямой связи между дилером и наркоманом. Это делается через интернет. Вот коллеги, наверное, лучше это знают. И вот, знаете, самым, на мой взгляд, лучшим подходом к этой проблеме, это когда приводят парня, даже пускай его за руки привели, если он, конечно, не в опьянении, дать ему возможность почувствовать себя человеком. Только вовлеченность населения в активную социальную жизнь может снизить проблему наркотизации страны, считают участники круглого стола. Полностью излечиться от наркозависимости нельзя, подчеркивают они. Но период ремиссии может длиться всю жизнь. Все зависит от желания самого наркомана – излечиться или умереть. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Продовольственная ярмарка «Дары Юга», которая впервые посетила приморскую столицу в апреле этого года, работает во Владивостоке. По многочисленным просьбам горожан, ярмарка вернулась в приморскую столицу, но на этот раз она располагается в спорткомплексе «Динамо». О том, что порадует посетителей ярмарки «Дары Юга», в нашем следующем материале. «Дары Юга» – это уникальная возможность приобрести натуральные кавказские продукты. Ярмарка работает ежедневно с 10 до 19 часов в спорткомплексе «Динамо». В свое время я когда-то была на Кавказе, в том районе, и все это пробовала. И у них, по крайней мере, у меня такое осталось впечатление, что это очень вкусно и все натуральное. Все мясо, представленное на ярмарке, произведено в Краснодарском крае. Также есть линейка деликатесного мяса, которое вялится в натуральной среде инжирных деревьев. Это бастурма, это хамон, задняя часть кабана, который во всем мире известен как испанский хамон, но мы тоже самое это делаем. Также мясо, вырезка говядины в сухом красном вине, вырезка ягненка. В коньяке. Вот такие деликатесы. Особого внимания заслуживает гордость ярмарки сыр под названием «Тысяча и одна ночь». Название родилось не в честь известного произведения, а в результате тысячедневной выдержки такого сыра. Есть как традиционные кавказские сыры сулугуни, чечил, брынза, всем известные. Также на волне санкций, после введения санкций, варим сыр, такой же, как в Италии, ничем не уступает. Пармезан, камамбер. И так далее. Без всяких добавок такой натуральный сыр. Более такой насыщенный, сливочный такой вкус. Мне понравилось. Вся продукция ярмарки «Дары Юга» натуральная, свежая, но при этом хранится она достаточно долго. Помимо сыров и мясных деликатесов, ярмарка славится натуральным ароматным чаем с ягодами и соцветиями, а также сухофруктами из Армении – алани, которые фаршируются орехами и медом. Берут больше алани, то есть им это интересно, это очень вкусно, и все хотят попробовать и приходят, можно сказать, только за ними. Также у нас представительство Республики Крым. Это халва, это восточные сладости. Конечно, такая вишенька на торте нашей ярмарки. Это наши специи. Это запах стоит прям на всю набережную Владивостока. Ярмарка «Дары Юга» пробудет во Владивостоке до 24 июня. Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.
Главные новости Владивостока теперь в реальном времени в интернете. Восьмой канал запустил новый сайт, на страницах которого легко найти прямую трансляцию эфира, а также отдельные программы и выпуски новостей. К слову, там есть и наша традиционная рубрика «Афиша». Какие культурные, развлекательные, образовательные площадки Владивостока можно посетить на выходных, расскажет моя коллега Анна Бережная. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На психологическую драму в одном действии Ингмара Вилквиста «Ночь Гельвера» приглашает драматический театр Тихоокеанского флота. Это спектакль предупреждения, напоминание о том, как рождается фашизм. Режиссер-постановщик Роман Колотухин. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А в Театре молодежи инсценировка по сказке Павла Бажова «Серебряное копытце». Правда и вымысел, волшебство и превращение. Лицом к лицу сталкиваются добро и зло. Но, конечно же, побеждают любовь и дружба. Начало в 11:00, стоимость билетов от 200 до 300 рублей. Как превратить семейный поход в музей в удивительную, полную открытий и приключений игру? Посетить маршрут «Наука в путешествии Приморье» в музее Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Это городская межмузейная программа, которая связывает 5 музеев. Тема маршрута 2018 года «Все-все на свете». Участники маршрута совершат путешествие в колыбель жизни – Древний океан, попробуют свои силы в палеонтологии и найдут следы прошлого в настоящем. Начало в 10:00, стоимость билетов – 150 рублей. На спектакль «Фарс» по пьесе Джона Патрика «Как бы нам пришить старушку» приглашает театр имени Максима Горького. Это смешная и грустная американская рождественская сказка-притча о всепобеждающей силе добра. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. День М. Грандиозный праздник ко Дню молодежи состоится на площади спортивной гавани. Развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества и, конечно, вечерний концерт. Все это рядом на молодежном фестивале. Специальный гость праздника – музыкант Максим Анисимов. Начало в 8:00, вход свободный. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Маленьких зрителей на сказку «Приключения Колобка» приглашает театр кукол. Малыши могут не волноваться за судьбу главного героя. В этой постановке все закончится благополучно. Начало в 12:00, стоимость билетов 270 рублей. С наступлением любимой для многих летней поры хочется чего-то такого же улыбчивого, ласкового и безмятежного. И что может быть лучше приятного музыкального вечера, в котором будут звучать популярные романсы и песни, романтические жемчужины зарубежных и русских авторов. На концерт «Пять роз» приглашает Приморская филармония. Начало в 18:00, стоимость билетов 500 рублей. А в библиотеке «Бук» традиционные встречи-диалоги на английском с носителем языка. Ведущий Фрэнсис Ландивар. Тема «Just do it». Начало в 12:00. Вход свободный. Знаменитая японская исполнительница Такико Като выступит с концертной программой «Из Японии с любовью» на сцене Приморской краевой филармонии. Одна из песен, которая моментально сделала певицу популярной – «Миллион алых роз». На предстоящем концерте, кроме песен, хорошо знакомых российскому слушателю, прозвучат также оригинальные произведения, автором которых является госпожа Като. Начало в 17:00, стоимость билетов от 500 до 900 рублей. На творческую встречу с норвежским режиссером Мортеном Боргерсоном, постановщиком спектаклей «Анна Каренина» и «Нора. Кукольный дом» в Приморском академическом театре имени Максима Горького приглашает Горьковская библиотека. Начало в 17:00, вход свободный. А приморская сцена Мариинского театра приглашает на экскурсии выходного дня. У зрителей появится возможность увидеть обычно скрытые процессы создания и подготовки спектакля, а также посетить репетиции. Начало в 14:00, стоимость билетов 400 рублей. Комедию по пьесе Рэя Куни номер 13 или «Безумная ночь» дадут на сцене театра имени Максима Горького. Это комедия положений, фейерверк самых неожиданных, часто весьма пикантных происшествий, путаниц и недоразумений. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 1500 рублей. Пока на этом все, хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. И далее о спорте. Краевой фестиваль ГТО проверит на прочность трудовые коллективы Приморья. Приморские спортсмены выступят на финале Всероссийской летней универсиады. Велосипедисты со всего края проведут череду мероприятий во Владивостоке. Подробности у Максима Яковлева.
Трудовые коллективы Приморья попробуют выполнить нормативы ГТО. 23 и 24 июня во Владивостоке пройдет краевой фестиваль «Готов к труду и обороне». Заявки на участие подали 9 команд из Владивостока, Дальнереченска, Арсеньева, Фокина, Партизанска и Чугуевки. Пробовать свои силы в плавании, беге, отжиманиях и других испытаниях будут мужчины и женщины от 30 до 44 лет. Само тестирование будет проходить на площадках спорткомплекса «Олимпиец» и стадиона «Динамо». По результатам соревнований будут определены победители и призеры в личном и командном первенстве. Участников фестиваля, которые выполнят нормативы комплекса, представят на награждение знаком ГТО. Напомню, побороться за свой знак отличия может сегодня любой желающий в возрасте от 6 лет и не имеющий проблем со здоровьем. Финальный этап 6-й летней универсиады стартует в 4 городах России. До 8 июля Белгород, Омск, Саратов и Смоленск будут принимать у себя всероссийские соревнования по 12 видам спорта. Практически в каждом из них будет представлен Владивосток и Приморский край. Высокие шансы побороться за награды национальных состязаний есть у наших пловцов, боксеров, тэквондистов, самбистов, легкоатлетов и других спортсменов. Всего в финале летней универсиады примут участие более 5000 человек, которые разыграют 202 комплекта наград. Все это студенты и учащиеся, прошедшие отбор у себя в регионах. Напомню, что универсиады проводятся в нашей стране с 2008 года в целях развития и популяризации летних и зимних видов спорта. Помимо этого, Россия участвует и в международном варианте этих состязаний. Велосипедисты со всего Приморья вновь соберутся во Владивостоке для массового заезда. 23 июня пройдет очередной велофестиваль, в котором примут участие спортсмены и любители своих двухколесных товарищей. Основной частью мероприятия станет велопарад, в котором сотни горожан и приезжих гостей проедут от остановки Гайдамак до набережной Цесаревича, всего около 4 километров. После этого горожан будут ждать сразу несколько велосипедных акций, а именно мастерская, в которой можно будет подлатать своего железного коня, экскурсии, которые проведут участники по необычным местам Владивостока, а также квесты, выставка необычных байков, пикник и прочее. Все эти секции будут работать на набережной Цесаревича с 11 утра и до самого вечера. Напомню, что прошлый подобный велопарад объединил в приморской столице порядка 600 участников. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Старшеклассники Владивостока трудятся на благо школы. Ремонтные бригады заработали в образовательных учреждениях. Ребята убирают кабинеты, приводят в порядок территорию и ставят печати в учебники. Кинологическая служба МВД России отмечает день рождения. Ей исполнилось 109 лет. В штате Приморской полиции 167 специалистов-кинологов. 22 июня – день памяти и скорби. В годы войны более 200 тысяч приморцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Ремонт фуникулера завершается во Владивостоке. Прокатиться на горном трамвайчике можно будет уже в июле. Ситуация с наркоманией в Приморье остается напряженной. Круглый стол по профилактике заболевания провела газета «Владивосток». Лето – пора отпусков и отдыха, а также квартирных краж. Главный способ уберечь имущество – быть бдительным. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В редакцию 8 канала прислали видео, а точнее настоящий музыкальный клип, сделанный силами школьников острова Русский. Он был снят летом прошлого года ребятами из 22-й школы и называется «Моя Россия». Трудились над клипом Никита Федоров и Александра Жарикова. Патриотическая работа стала призером Всероссийского фестиваля «Веселая Ларга» и заняла второе место на международном фестивале. Теперь возможность увидеть красоты русского острова и удивиться талантам ребят есть и у нас. Смотрим клип вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Юлия Ракоцкая. Увидимся на восьмом. Рождены с тобой.
стране Россия, ее земля дает нам хлеб и соль. Здесь русский человек черпает силы, лишь Родина нам исцеляет боль. Святая Русь мудра и седовласа, уйдешь обидеться, но будет ждать мгновенья, минуты или часа, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать, когда ты к ней вернешься, чтоб сказать. Россия, мама, и каждый за тебя стоять готов. Святая Русь мудра и седовласа, уйдешь обидеться.